Сколько есть в мире профессий, столько и династий. Династии учителей – это не просто выбор специальностей, а внутренняя потребность, передаваемая из поколения в поколение. Это гордость не только семьи, но и нашей большой страны. В Кашхабском районе проживает немало семей, которые своим трудом из поколения в поколение развивают муниципалитет. Одной из ярких трудовых династий в сфере образования является семья Дамовых из аула Игерухай. Эта династия педагогов существует уже долгие годы. Гошса Хаджимосовна и Юрий Безрукович проработали в Игерухайской школе всю свою жизнь. К сожалению, их нет больше с нами. Однако дети решили продолжить эту благородную традицию. Старшая в семье Марина Юрьевна Байкулова преподает в Кашхабской школе уже 40 лет. Она занимается обучением начальных классов и до сих пор с гордостью выполняет эту работу. С детства я росла в учительской семье. У меня мама и папа были учителями. И поэтому у нас в доме всегда были все разговоры о школе, об учениках. И постоянно мы вместе с родителями говорили о школе, об учителях, об учениках. И это, конечно, наложило свой отпечаток. Я не знала другой профессии, кроме учителя. Я думала, все работают учителями. И выбора не было, когда я закончила школу, я пошла сразу в педучилище. Я сама с аула Игерухай, и мой отец долгое время работал директором Игерухайской средней школы. Мама тоже там же работала учителем русского языка и литературы, а потом и учителем начальных классов. Родители были очень добрыми людьми, они очень любили детей. Мама говорила, я не представляю себя вне школы. Она ученикам очень хорошо относилась, и до сих пор все ее бывшие ученики помнят ее, говорят о ней, не забывают. Я очень благодарна жителям аула Игерухай, что они до сих пор их помнят, что они говорят о них. Со дня смерти матери уже прошло 20 лет, а со дня смерти отца прошло уже больше 30 лет. Но люди помнят о них, потому что они наложили отпечаток свой, и люди не забывают. Спасибо им большое. Учительство – это постоянное творчество, огромная душевная щедрость, любовь к детям и безграничная преданность своему делу. Сколько же терпения, такта, а порой и мужества требуется человеку в современном мире для того, чтобы выбрать эту профессию? Больше всего запоминается тогда, когда детей принимаешь в первый класс. Они приходят с раскрытыми глазами, ничего не знают еще ни о школьной жизни, ни об уроках, ни об учителях. И очень интересно наблюдать за ними, за их развитием, за их становлением как личностей. Но сегодня вот утром прям забавный случай был. Вот когда ты задала такой вопрос, я вспомнила. Я пришла в школу утром, дверь детям открыла и подошла к Нурет Аминовне. Дверь открыла, чтобы дети зашли. Я подошла к Нурет Аминовне поздороваться и несколько слов ей сказать. Потом пришла, дети все стоят, не заходят в класс. Я их спрашиваю, почему вы не заходите? Марина Юрьевна, вы же еще не зашли, как мы зайдем? И они меня пропустили, потом только зашли. Тоже интересно. Как приучишь детей, наверное. Очень радуюсь, особенно в наше время, я очень радуюсь, когда приходят молодые учителя в школу, потому что очень мало молодых учителей в школах. Я бы посоветовала всем молодым учителям быть терпеливыми, обстоятельными, кропотливо работать. Самое главное – любить детей и любить свою профессию. Труд педагога непростой, требует полной отдачи. И хорошо, когда в семье понимают и поддерживают это. А еще у нашей героини множество благодарных учеников, которые приходят к ней, пишут и звонят. Ведь это самая большая награда для учителя, если тебя не забывают даже спустя десятилетия. Каждая современная женщина совмещает и работу, и семью.
И каждая женщина стремится быть хорошим семьянином, во-первых, и на работе тоже, конечно, не отставать от других людей. Я тоже старалась, мне помогали и свекр, и свекровь, и, конечно, муж помогал. Вот этот выпуск, который 4А, который я держу сейчас, это у меня 10-й выпуск. Я начала работать в 1984 году. Этот год, вот 40-й год уже я работаю. И как бы юбилейно этот выпуск. И все выпуски, когда начинаешь, очень интересно с детьми работать. Их любишь. И когда выпускаешь этих детей, как бы отрываешь от сердца, как мама отрывает от сердца своих детей, так же отрываешь от сердца, но дети, когда я их выпускаю уже в 5-й класс, как к маме каждую перемену бегают, как ко всем учителям начальных классов, наверное. Вот сейчас прямо на этом же уроке ученики 8-го класса приходят, говорят: «Марина Юрьевна, нам очень тетради нужны, если есть, поделитесь». А эти четвероклассники спрашивают: «Марина Юрьевна, почему вы им тетради даете? Почему они именно к вам ходят?» Я говорю: «Ну это же мои дети, я их выпустила. Они моими остаются, наверное. Они становятся частичками моей жизни на всю жизнь, конечно. И никого не забываешь. И вспоминаешь их маленькими. И каждый раз вот, и когда их детей видишь, когда тебе дают их детей, которых ты учил, и кажется, что это тот ребенок, которого ты раньше учил, они повторяются в своих детях. Кабинет Марины Юрьевны находится напротив кабинета начальных классов, где работает Аминат Юрьевна Хиштова, продолжательница династии Дамовых, которая посвятила этой благородной деятельности больше 30 лет своей жизни. Это профессия, без которой она не представляет свою жизнь. В 1992 году закончила Адыгейское педагогическое училище, и в тот же год началась моя трудовая деятельность в этой школе. И вот более 30 лет я учитель начальных классов именно в этой школе. У меня было 7 выпусков. Я себя другой профессии не вижу. Только здесь, только с детьми. Валентина Юрьевна, а расскажите, какую роль сыграли ваши родители в выборе вашей профессии? У каждого ребенка пример родителей перед глазами. Когда родители педагоги, это не может не сыграть в будущем большую роль. Я видела, как мама поурочные планы пишет, она тетради проверяла, наглядные пособия делала по вечерам. Все это я видела, и я себя видела только как в будущем, как учитель начальных классов. Я себе представляла, как стою у доски, рассказываю новый материал. Все это были моей мечтой, которую я как бы воплотила в жизнь. Но самый главный учитель, конечно, моя мама. Это Дамова Галина Хаджимосовна. И я хочу еще сказать про своих учителей, которые меня обучали в Егерухаевской средней школе номер 3. Это Джаримов Казбек Ахмедович, Запсокова Инна Едыговна, Чужева Майя Батыровна, там Джанат Харет. Всех их я вспоминаю с уважением и с благодарностью. Они были очень такими учителями, которых нужно и надо всю жизнь помнить о них. Через ее руки, ум и сердце прошли сотни детей. Для многих из них она стала не просто учителем, а второй мамой. Строгая, требовательная, но вместе с тем чуткая и душевная. Она находит ключ к сердцу каждого ученика. Назовем и других членов семейной династии, которые делом своей жизни выбрали сеять доброе, разумное, вечное. Следующая наша героиня – Саида Хасанова. Начала она свою педагогическую деятельность воспитателем группы продленного дня в Егерухайской школе. С 2017 года работает директором школы. После завершения школы я поступила в Адыгейский педагогический колледж, закончила его и сразу же по тому же направлению поступила в АГУ, педагогический факультет. Закончив его, сразу же вернулась в родную школу работать учителем. Вы пришли работать, как сказали, в родную школу. Вот каково это, стать коллегой в коллективе, в котором вас помнят ученицы?
Мне было очень хорошо, легко, спокойно. Я могла обратиться к любому учителю, и я от него получала поддержку, опыт и знания, необходимые мне в начале трудовой деятельности. С чего вы начали свою трудовую деятельность? С кем вы работали? Не сразу же пришли? Конечно. Я начала работать воспитателем группы продленного дня. Потом работала 9 лет педагогом-психологом. После этого была заместителем директора по информатизации. Потом заместителем директора, а с 2017 года в должности директора работаю. А сложно ли работать директором в образовательной организации? Любая работа требует от человека усердия, трудолюбия и ответственности. Как говорят в народе, не место красит человека, а человек – место. Стараюсь работать и приносить пользу обществу. За время вашей работы, вот должности директора, вот самый запоминающийся момент и достижения, то есть школы? Достижения, наверное, одним словом не назвать какое-нибудь одно достижение. Для нас достижением является это завершение, удачное завершение каждого учебного года, а удачное – это получение аттестата каждому ученику 9 класса, 11 класса. Для нас огромное достижение – это любая победа в любом конкурсе или же в олимпиадах. Это для нас маленькие победы, которым мы радуемся вместе с детьми. О педагогической династии Дамовых Саида Юрьевна может рассказывать часами. По всему видно, что своими родными, связавшими свой жизненный путь с нелегкой профессией педагога, она безмерно гордится. Кем вы мечтали быть в детстве? Вот вы думали, что станете педагогом? Да, и только об этом я думала, потому что в доме я видела, как мама готовится, как папа готовится к следующему дню, как проверяют тетради, как пишут конспект урока. Этому всему, конечно, я завидовала и мечтала, представляла себя только учителем. Какие навыки и опыт вы приобрели благодаря вот вашим родителям? На выбор они повлияли, а вот опыт и навык от них получить я не успела, потому что я их рано потеряла. С мамой мы успели поработать в школе всего лишь один год. Больше всего опыта и навыка я получила от своей классной руководительницы, от учителя русского языка, которая стала для меня наставником. Это Берзекова Асят Хамедовна. Педагогике посвятила себя также Мариет Юрьевна Туко, четвертая дочь Юрия и Гушсах Дамовых. Она работает учителем начальных классов лицея номер 6 города Сочи. Дело, начатое родителями, любовь к учительству в этом семействе передается из поколения в поколение. Если сложить трудовой стаж, педагогический стаж всех членов семьи, сколько лет получится? 185 лет. Вот такие педагоги работают в такой большой школьной семье, и у каждой из них свои секреты успешной педагогической деятельности. Одно их всех объединяет – это безмерная любовь к детям. Они творили и творят историю, и их по праву можно назвать гордым именем «учитель».